Приветствуем вас на Signal Iduna Park. Здесь хорошая погода и состав. В воротах Хитц. В обороне Минье в паре с Герейро. Санчо вместе с Марко Ройсом на флангах в полузащите. С одним игроком впереди решил главный тренер сегодня начать игру. Посмотрим, долго ли продержится такая расстановка. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для контратак. Приветствуем вас на Signal Iduna Park. Здесь хорошая погода и состав. В воротах Хитц. В обороне Минье в паре с Герейро. Санчо вместе с Марко Ройсом на флангах в полузащите. С одним игроком впереди решил главный тренер сегодня начать игру. Посмотрим, долго ли продержится такая расстановка. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для контратак. Приветствуем вас на Signal Iduna Park. Здесь хорошая погода и состав. В воротах Хитц. В обороне Минье в паре с Герейро. Санчо вместе с Марко Ройсом на флангах в полузащите. С одним игроком впереди решил главный тренер сегодня начать игру. Посмотрим, долго ли продержится такая расстановка. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для контратак. Приветствуем вас на Signal Iduna Park. Здесь хорошая погода и состав. В воротах Хитц. В обороне Минье в паре с Герейро. Санчо вместе с Марко Ройсом на флангах в полузащите. С одним игроком впереди решил главный тренер сегодня начать игру. Посмотрим, долго ли продержится такая расстановка. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для контратак. Приветствуем вас на Signal Iduna Park. Здесь хорошая погода и состав. В воротах Хитц. В обороне Минье в паре с Герейро. Санчо вместе с Марко Ройсом на флангах в полузащите. С одним игроком впереди решил главный тренер сегодня начать игру. Посмотрим, долго ли продержится такая расстановка. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для контратак. Приветствуем вас на Signal Iduna Park. Здесь хорошая погода и состав. В воротах Хитц. В обороне Минье в паре с Герейро. Санчо вместе с Марко Ройсом на флангах в полузащите. С одним игроком впереди решил главный тренер сегодня начать игру. Посмотрим, долго ли продержится такая расстановка. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для контратак. Приветствуем вас на Signal Iduna Park. Здесь хорошая погода и состав. В воротах Хитц. В обороне Минье в паре с Герейро. Санчо вместе с Марко Ройсом на флангах в полузащите. С одним игроком впереди решил главный тренер сегодня начать игру. Посмотрим, долго ли продержится такая расстановка. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для контратак.
Джейдон Санчо. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Отлично увидел возможность и забросил мяч в атаку. Навес на ближнем. Иногда сыграть просто ведь тоже надо уметь, да? Да, вроде бы все очень просто, но в то же время очень точно и неотразимо. Точный пас вперед, точный удар и вынимай мяч из сетки. Повторяют нам гол. Замечательную комбинацию они разыграли. И отлично он пробил с лета. Классный гол они сумели нарисовать. 1-0 в нашей игре. Состав. В воротах Хитц. В обороне Минье в паре с Герейро. Санчо вместе с Марко Ройсом на флангах в полузащите. С одним игроком впереди решил главный тренер сегодня начать игру. Посмотрим, долго ли продержится такая расстановка. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для контратак. И приветствуем вас на Сигнал Идуна Парк. Здесь хорошая погода и состав. В воротах Хитц. В обороне Минье в паре с Герейро. Санчо вместе с Марко Ройсом на флангах в полузащите. С одним игроком впереди решил главный тренер сегодня начать игру. Посмотрим, долго ли продержится такая расстановка. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для контратак. И Джейдон Санчо. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Отлично увидел возможность и забросил мяч в атаку. Навес на ближнем. Иногда сыграть просто ведь тоже надо уметь, да? Да, вроде бы все очень просто, но в то же время очень точно и неотразимо. Точный пас вперед, точный удар и вынимай мяч из сетки. Повторяют нам гол. Замечательную комбинацию они разыграли. И отлично он пробил с лета. Классный гол они сумели нарисовать. 1-0 в нашей игре. Состав. В воротах Хитц. В обороне Минье в паре с Герейро. Санчо вместе с Марко Ройсом на флангах в полузащите. С одним игроком впереди решил главный тренер сегодня начать игру. Посмотрим, долго ли продержится такая расстановка. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для контратак. Приветствуем вас на Сигнал Идуна Парк. Здесь хорошая погода и состав. В воротах Хитц. В обороне Минье в паре с Герейро. Санчо вместе с Марко Ройсом на флангах в полузащите. С одним игроком впереди решил главный тренер сегодня начать игру. Посмотрим, долго ли продержится такая расстановка. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для контратак. И состав. В воротах Хитц. В обороне Минье в паре с Герейро. Санчо вместе с Марко Ройсом на флангах в полузащите. С одним игроком впереди решил главный тренер сегодня начать игру. Посмотрим, долго ли продержится такая расстановка. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для контратак. Приветствуем вас на Сигнал Идуна Парк. Здесь хорошая погода.